же улыбку вызывает, опять же, со слезами на глазах, тот факт, что выступают вместе с нами теперь и протестуют те партии, которые дружно маршируют 1 мая с этими самыми независимыми профсоюзами. То есть плечом к плечу идут, празднуют День трудящихся, а теперь митингуют против вероломства фактически хозяйствующего субъекта профсоюза. То есть бизнесменов здесь даже, может быть, не так этично обвинять. Вот у них есть деньги, есть предложение на рынке. Предложили стадион, конечно, он купит, потому что это продавалось за бесценок. Вопрос-то к профсоюзам, которые их отдавали за бесценок, эти площадки. Насколько я помню, ваша партия тоже иногда принимает участие в акциях вместе с профсоюзами. Никогда в жизни. Ни одной акции с независимыми, так называемыми профсоюзами ЛДПР не принимала и не будет принимать. Потому что по всей стране эта организация разбазаривает то, что строили наши деды, наши отцы. То есть то, что было народным, стало на баланс профсоюзов. Они теперь, понимаете, творят беспредел.